Кикбоксеры Хакасии на отлично провели бои в открытом первенстве и чемпионате Красноярского края. Соревнования выдались масштабными. Более 1500 бойцов. Хакасию представили файтеры известных в республике тренеров. Отмечу, что все хакасские кикбоксеры вернулись домой с медалями. Общий урожай наград сборной – 17 медалей. 9 золотых, 1 серебряная и 7 бронзовых. В краевых соревнованиях приняли участие и девушки. Спортсменка из Хакасии Виктория Киселева не оставила шансов в финальном бою Красноярки. Золотая медаль у нашей Юлии Савиной. Сейчас все спортсмены усиленно готовятся к Кубку губернатора Челябинской области, который состоится в первых числах марта в Челябинске.